Святой Савин жил в 8 веке. За свои великие добродетели и благоразумие был он избран на епископское служение в Катане. С покорностью и искренней любовью окормлял святитель паству свою. Но потом ради добродетели безмолвия решил оставить мирскую суету. И так ревностно святой Савин подвязался на пути к совершенству, так предался бдению и посту, что еще при жизни сподобился дара чудотворения и прорицания. К святому постоянно приходили люди за советами и наставлениями. И многих святитель Савин убедил оставить мир и служить только Христу. Прожив равноангельскую и богоугодную жизнь, святой мирно предал свой дух Богу. Кончина его последовала в 760 году. Восьмое октября. День памяти святителя Савина Катанского, сицилийского епископа.